Всем привет, с вами Дядя Володя Страшный и наша Белочка. Это Иж-планета 4, хотя крышки от пятой. Ну, на самом деле, мне делать нечего, потому что нету электричества по-прежнему в нашем районе. На районе нету света. И я хочу вот этот свой новомодный спидометр, который показывает 140 иногда, но в принципе не работает никогда, извлечь отсюда и поставить другой. А другой у нас будет не менее новомодный, вот такой. О, теперь будет еще круче. Ну а на самом деле у меня еще на сегодняшний день запланирован такой, блять, чтобы подобрать какое слово, проект по изменению геометрии руля. Вот руль у меня вот такой, а я его хочу загнуть чуть пониже курва, оставив в креплениях в той же позиции его, вот здесь не отпускать, просто снять газовую ручку, одеть трубу и давануть вниз. Также здесь снять грипсу, одеть трубу и давануть вниз. То есть сделать его более ортопедическим. Ну вот такие у меня планы на сегодня. Ай-яй-яй. Спидометр установлен с третьего раза. То притянул, посмотрел, крышка не села, то еще что-то там. Сейчас мы его доработаем. Все, спидометр готов, приступаем к рулю. Ай-яй-яй. Ну вот так это выглядит. Ну а теперь достаем из штанин трубу охеренного роста и будем гнуть. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, кстати, пока я вам это, пока не согнул, сразу скажу, ребят, руль крашеный, вот здесь вот у меня лопнет краска. Вот здесь такие трещинки пойдут. Вот здесь вот, где натерто у меня чем-то. Вот здесь вот трещинки будут. Вот видите, сейчас тут нету ничего. Будут тут трещинки на краске. Поэтому я это знаю, поэтому мне похер. Сразу говорю. Ай-яй-яй. Ну, как бы так. Ну, сразу предупреждаю этих специалистов-то. По всему. По всем вопросам. Специалисты по всем вопросам. Их же много. А я один. Ай-яй-яй. Ой, снова забыл сказать. Вот смотрите, сейчас сниму трубу. Вот он стоит, вот так вот я стою. И руль, он как бы, вот если левую ручку взять и правую, он практически в горизонте. Ну что я вам рассказываю, сейчас я покажу. Вот я взял такую штуку, смотрите. Я ж дурак, я вот так вот положу и покажу. Да? Видите? Ой, вот так, забыл перевернуть вас. Вот так. На самом деле я сделаю вот так и со стороны покажу, может быть что-то видно будет, чтобы горизонт был виден относительно вот этих ручек. Вот, и значит, смотрите, практически горизонт, вот это по горизонту стоит. Сейчас смотрим вот эту сторону, ну тоже по горизонту. А вот я их сейчас согну, и вот края ручек этих будут вниз торчать. Сюда я уже головку засунул, чтобы не замять торец трубы, ну, чтобы гашетка не клинила. Ходил за ней. Кстати, подогнул там по пол сантиметра вниз каждый конец руля. Ну, практически незаметно на первый взгляд. Но на самом деле теперь ставим, опираем здесь. Опираем здесь, и видно, что прям видно, ребят, да? То она была вот так где-то. Видите, вот там в конце просвет. Вот если мы наконец наводим, то вот эта часть планки, вот этой планки, ниже руля получается. Это означает, что мы загнули. Кстати, ничего не лопнуло. Ничего пока не лопнуло. Краска.
Ну и проверяем также эту сторону, чтобы одинаково у нас было. Так. Так, видим, что все получилось. Так, просвет. Так, планка уходит за руль. В общем, я видел, сколько оно пошло, когда гнул. Сейчас я присяду за руль, проортопедирую его. Ну, то есть продиагностирую, как мне удобно сидеть или нет. Ну, как я присяду? Вот так присяду. Уберу головку, одену ручку, одену грипс, ну, хотя бы слегка. Присяду за руль. Вот так. Ну, камера у зуба, наверное. Ну, вообще, это другой мотоцикл стал, ребят. То у меня руки были вот так вот вывернуты в локтях, локти кверху. А, теперь все, локоть опустился. Руль остался так же. К себе его не проворачивал. Как он был, вот, немножко вот наклонен. Так он остался. Все, я результатом доволен. Больше не буду его нажимать вниз. Как бы вот так вполне. Ай-яй-яй, прям мне. Просто у меня на каком-то, я рассказывал уже, на каком-то Юпитере у меня так вот он, видать, или с завода такой, он удобный. А на каком-то из Юпитеров у меня он неудобный. Поэтому вот так вот. Что-то Славик ко мне не едет. Все хочу, чтобы Славик приехал, помог мне поршневую поменять. Не звонит, не едет. Наверное, занят. Фух, красота. Красота спасет мир. Собираю и прощаюсь с вами. Бляха-муха, какой же я дурак. Собираю, прощаюсь. Что, разбирал, что только руль, что ли, загнуть? А щитки, защита рук, зима. Холод, ветки, блядь, ветер ледяной. Сейчас мы будем ставить. Это с белочки, они, конечно, тут засверлены, подпилены под жимки китайские, такие дюралевые. Но я думаю, у нас что, интеллекта как-нибудь должно хватить. Что-нибудь как-нибудь присобачить их. У меня новые такие есть вообще. Не, ну новые я на свой Урал туриста ставлю. Хотя можно купить. Не знаю, что делать. Я не знаю. Сейчас посмотрим. В общем, далеко не уходите. Будьте рядом. Бляха. Да ну их нахер. Я лучше перчатки потеплее одену. Сука. О, пошли нахер отсюда. Это я не вам, ребят. Ой, как же хорошо, что сегодня нету электричества. Я столько дел сделал. А то б сидел бы дома. Под компьютером. Как дурак, сука. Ой, какая приятная машина стала. Ой, как хорошо. Ай-яй-яй. Прям брррр. Брррр. Одинаково загнул, смотрите. Мне вот так вот кажется, что криво, да? Ну-ка, с другой стороны посмотрим. Ну-ка, вот так. Уже в другую сторону криво. Бляха, сейчас я ногами измерю. Так. Так. Не, судя по ногам, все нормально. Курва пердоли. В общем, ребят, все, подогнул руль. Очень стал удобственный. Прям вообще локти. То были вот так, а теперь вот так. Вот так, блядь, теперь вот так, блядь. Красота вообще. Да. Однако, у меня в планах, короче, поставить велоспидометр. Ну, закреплю его где-нибудь здесь вот, на этом, на рулю где-нибудь. Или вот здесь вот, или вот на этом прям, здесь вот будет велоспидометр. Ну, поняли, да? Здесь будет дисплейчик, проводок идти. Здесь будет стоять магнитик, где-то здесь вот на спице, на расстоянии. А здесь датчик считывающий. Ну, скорее всего, это будет к центру ближе. Вот здесь магнитик будет стоять, а здесь вот на чем-нибудь, на кронштейнике закреплен. Да вот здесь вот, на этом болте кронштейник сделаем. Такой. Нет, надо где-то... Подождите, а где же мне это сделать все? Ага, вот здесь. Так, нет. Ну, где-то там, да?
Ну, может быть. В общем, не знаю точно, но будет скоро. Жалко, нет у меня велоспидометра, блядь, а он стоит денег. Целых 900 рублей. Курва, пердоли. Чтоб мы и скорость видели, и время поездки, и километраж. Да. Однако. Ну ладно, всем спасибо, всем пока. А вы там лежите. Вы мне не нужны. Но я защитам. Все. Здоровья вам. И долгих лет жизни. Ай-яй-яй.